Сегодня юбилей отмечает Пенсионный фонд России. Ведомство было создано 30 лет назад. С тех пор его функции значительно расширились. Сегодня ПФР – признанный лидер в области применения современных технологий. В Чувашии более 80% новых пенсий назначаются по электронным заявлениям. Благодаря межведомственному взаимодействию свыше 90% пенсий оформляются без предоставления дополнительных документов. В электронном формате работают и с молодыми мамами. Максимально упрощена услуга получения сертификата на материнский капитал. После рождения ребенка он оформляется автоматически, семья может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим документом. Расширилась и категория получателей. Материнский капитал предоставляется уже после рождения или усыновления первого ребенка, а с появлением второго средства увеличиваются автоматически. В Чувашии сертификаты получили уже 100 тысяч семей. Большую поддержку семьи с детьми ощутили в период пандемии коронавируса. Государство установило ежемесячную выплату в размере 5 и 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. В этом году за короткий срок были реализованы ряд указов президента Российской Федерации и обеспечены различные выплаты на детей в семьях. И эту работу мы провели максимально в более упрощенном варианте, без излишних хлопот. Заявления принимали по новому формату, в электронном варианте. Сегодня Пенсионный фонд проводит очень большие мероприятия по улучшению обслуживания граждан, введению новых форм обслуживания. Сейчас в ведомстве занимаются детскими новогодними выплатами в 5 тысяч рублей. Они, как и предыдущие, производятся в проактивном формате. Подавать заявление нужно лишь тем родителям, чьи дети родились после 1 июля.